На остановке спутник пассажир автобуса, выходя из салона, оказалась под колесами этого же «Део» и в итоге лишилась ноги. ДТП произошло по вине водителя автобуса 33-го маршрута, двигавшегося по Краснореченской в южном направлении. Профессиональный шофер, мужчина 1967 года рождения, на остановке высаживал пассажиров, в числе которых была и пенсионерка. Похоже, она либо замешкалась при выходе, либо шофер начал движение раньше времени. Женщина упала, и тяжелый автобус с задними колесами проехал ей по ноге, раздавив конечность. Сидевший за рулем Део этого не заметил. Он смотрел в другое зеркало заднего вида, пытаясь выехать в транспортный поток. Мужчина продолжил поездку по маршруту, автобус был найден сотрудниками ДПС уже в парке. Первую помощь пострадавшей оказывали люди, стоявшие на остановке. Они же вызвали неотложку. Горожанка 1957 года рождения поступила в первую краевую больницу в тяжелом состоянии. Окончательный диагноз – травматическая ампутация левой ноги. В полицейской сводке имеются сведения о том, что водитель Део при оформлении ДТП оказался в легком опьянении. Однако, учитывая, что полицейские отыскали мужчину уже после окончания его работы, на момент аварии он вполне мог быть трезвым. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Уферов.